Кавказские овчарки, шимпанзе и караван верблюдов. Большой сюрприз для зрителей приготовили потомственные дрессировщики Марица и Дан Запашные. Первую репетицию увидела Дарья Трофимова. Эта хрупкая на вид женщина легко справляется с крупнейшими собаками в мире. Кавказских овчарок, которые не поддаются дрессировке, потомственная укротительница Марица Запашная приручила. Бескомпромиссные псы по взмаху руки выполняют все команды хозяйки. Кавказские овчарки – самые крупные собаки в истории цирка. Вес каждой 100 килограммов. Дрессировкой этой породы заслуженная артистка России занимается четверть века. Признается, самое сложное – добиться синхронности. Овчарки-одиночки и стаями не живут. Тем не менее, в одной цирковой программе соседствуют с другими артистами. Этот сложный трюк акробаты Ольга и Сергей Шаркович выполняют под самым куполом цирка. Высота 23 метра. Красивейшая история любви развивается в воздухе без страховки. В жанре эквилибристики артисты работают 15 лет, но каждый раз выходят на арену, как впервые. Волнение и страх присутствуют даже на репетиции. Особенно перед началом, при гастроли в каком-то городе, все равно страх есть. Волнение, да, должно присутствовать. Нормальное, здоровое волнение, чтобы не было... Абсолютно равнодушно, что ты делаешь. Единственное, что в Екатеринбурге на 5 метров купол выше. И немножко непривычно после маленькой высоты опять подниматься на большую высоту. Произвести впечатление на екатеринбуржцев готово и акробатическое трио Дана Запашного и двух его шимпанзе. Правда, сегодня на арену выпустили только Боню. 4-летняя артистка проделывает непростые гимнастические упражнения. Сальто вместе с хозяином и перевороты через голову. Работа, как вы видели, у нас нестандартная дрессура, а у меня обезьяны полноправные партнеры. Между ними идет взаимодействие, между ними и мной взаимодействие. Они выполняют акробатические элементы, которые делают люди. Они сами передвигаются в манеже, самостоятельно делают какие-то вещи. И еще помимо этого у нас есть доля юмора. Впрочем, комичные моменты есть и в других номерах шоу-сюрприз. Гостей ожидают заводные клоуны, обезьянки на осликах и парад верблюдов. Первое представление программы «Марица и Дана Запашных» пройдет в Екатеринбурге уже в эту субботу. Дарья Трофимова, Радик Аскаров, события ОТВ.